Новый период сериала «Судья» пройдет под знаком Юэлвиай Кахиоглу. Началась подготовка к съемкам третьего сезона сериала «Судья». В то время как Пинар Денис и Каан Урганчиоглу обнародовали свое возвращение на съемочную площадку с помощью фотографий, мы также готовимся к тому, что сценарий был обновлен с важными изменениями. Сценарист Сема Эргинекон в течение последних двух сезонов создал важный динамизм с помощью очень неожиданных сцен. За два сезона поклонники сериала «Суд» испытали разные эмоции, ни разу не заскучав. Рейтинги сериала всегда были высокими, и миллионы телезрителей по воскресеньям вечером обращались к экранам, чтобы посмотреть сериал «Судья». Известно, что в третьем сезоне Сема Эргинекон создал сюжетную линию, которая затронет миллионы зрителей. В этой новой сюжетной линии вы также встретитесь с новыми персонажами. Самым ярким из них станет Ульви Кахиоглу, который изобразит персонажа молодого прокурора Эфи. Молодой актер родился в 1995 году в Измире, и свою самую важную актерскую пробу он сделал в драматическом сериале «Беним Адим Мелик». Сериал «Беним Адим Мелик», выходивший в эфир с 2019 по 2021 год и насчитывавший 66 серий, отличался очень высоким эмоциональным накалом и пришелся по душе очень большому числу поклонников. Ульви Кахиоглу ознаменует новый период сериала «Судьбы». Ульви Кахиоглу в самом начале своей актерской карьеры также успел поразить миллионы зрителей своим персонажем Керемом Йылдырымом. В этом сериале Ульви Кахиоглу был одним из самых обсуждаемых молодых актеров, наряду с Мустафой Миртом Кочем и Рабией Сайтюрк. Молодой актер, привлекший внимание зрителей сериалами «Илгот Биргюн» и «Талзуика», похоже, и на этот раз привлекает внимание зрителей сериалом «Судебное решение». Ожидается, что персонаж прокурора Эфи будет очень эффектно вписан в сюжет сериала «Судья», начавшего свой третий сезон. Сериал, снятый режиссером Али Бельгином, является проектом, за которым с интересом следят не только в нашей стране, но и за рубежом. В такой важной драматической истории Ульви Кахиоглу получил возможность раскрыть свои таланты и произвести впечатление на широкую аудиторию. Следует отметить, что в третьем сезоне не будет таких значимых имен, как Шукран Авали и Юрдаёр Акур, и появятся новые персонажи. Ульви Кахиоглу, проявивший себя в последние годы в театре, станет одним из важнейших пунктов больших перемен в третьем сезоне сериала «Ярджи» со своим новым персонажем-прокурором. Куда заведет сюжет, в котором произойдет временной скачок, станет понятно после выхода новых серий в эфир.